чай горячий, свежий. Надо бы с Любавой повидаться. Не видно ее что-то на ярмарке. Густой, ароматный, для беседы приятный. Подходи! Отборные лесные для здоровья. Здорово, бабуся! Полезные. А Любава-то где, не подскажешь? Дома сидит, где ж еще? Вон ее дом, с краю площади. Забыл, что ли? Возьмем на пробу орешек. А вот кому орехи! Отборные лесные, для здоровья полезные! Здравствуй, Любавушка. Здравствуй, Алеша. Что ж ты дома сидишь? День-то какой хороший, ясный. Выходи, погуляем, на каруселях покатаемся. Сережки я потеряла давеча, самые любимые. Вот и сижу, горюю. Вот если найдешь их, то можно и на карусели покататься. А вот кому орехи! Отборные лесные! А вот кому орехи! Отборные лесные! Для здоровья полезные! Слыхал я, что у тебя сережка есть. Кому орехи? Ну, есть. Нашел на площади. Заходи в балаган. Ежели победишь в честной драке моего молодца, сережка твоя. А нет, моя останется. Здоровья полезные! Сережку-то отдай. В честном бою выиграно. Густой, да на, забирай. Для беседы приятной, подходи. А вот кому орехи! Отборные лесные, для здоровья полезные. Любава, а вот кому орехи, я принес тебе сережки. Отборные лесные, ой, для как я рада, Алешенька. Спасибо тебе, Алешенька. Пойдем теперь погуляем. А вот и я. Скажу сразу, без меня вы в этой истории не разберетесь. Однозначно. Алеша богатырь, он главный герой. Меня, значит, богатырского коня партнер. Любава невеста героя. Тихон, ну этот старик с бородой. Он, скажем так, старший товарищ. Правда, старик умом не блещет. Не знаю, зачем его Алешка за собой таскает. Так вот, значит, пришло войско тугарское на землю ростовскую, оставили свое послание и ускакали прочь. А послание-то, посмотрите, на ихнем басурманском языке написано. Интересно, как они без меня это послание прочтут. А можете вы грамоту тугаринскую перевести? Могу, да вот только закавыка одна есть. Азбука тугаринская для этого нужна. А я ворону украла. Принесешь азбуку, переведу твою бумажку.
Надо землю русскую от злодея Тугарина спасать. Тут твоя помощь пригодилась бы. Сережка твоя нужна. А чем же может помочь Сережка против злодея Тугарина? Да есть тут одно дело. Ладно уж, бери. Бери. Нашел я азбуку. Переведи послание, сделай милость. Ну, давай. Собрать дань в 24 часа. Все, больше ничего здесь нет. Собрать дань в 24 часа. Тихон, что ж делать? Да, беда. Надо идти к ведуну совет просить. Так это и есть ведун, предсказатель земли русской. Ну да, вроде он и есть. Давно, правда, я его не видал. Тут вот Тугарин послание прислал. Требует собрать дань в 24 часа. Тугарин, грамота, точно, собирать дань. Да, беда. Что ж делать-то теперь? Есть у меня одна задумка. Подойди, Алёша, поближе, я тебе расскажу. Одного не тот, вот, иди вновь, тогда А что, хороший план. Только вот где камень взять? Ну, Тихон, теперь я знаю, как спасти землю русскую. Пришел конец племени басурманскому. И снова я. Ну, надо же, сколько золота насобирали. Вроде посмотришь, одни хибары. Где крыша течет, где забор завалился. А смотрите, сколько золота по огородам накопали. Опять отвлекся. Итак, все идет по плану. Золото собрали. Теперь надо большой камень найти, чтобы вход в пещеру перегородить. Эй, здорово! Заказ тебе есть от всего народа нашего ростовского. Большой камень надо высечь. Такой большой, чтобы тугаринцы всем гуртом не смогли бы его с места сдвинуть. С босыми ногами много не наработаешь. Вот притащи мне обувку, что хочешь тебе сделаю. Давай, 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 навались, давай, еще, еще, навались.